И напоследок, кто лучший на Евровидении? Конкурс завершился в Ливерпуле. Победа у певицы Лорин из Швеции. Она исполнила песню «Тату». Второе место у рэпера из Финляндии. На третьей строчке Израиль. В этом году на сцене Евровидения буйство красок. Каждое выступление – отдельное дефиле. Неоновые цвета, шипы и огонь. Вот так, например, выглядел образ бельгийского певца. Розовые штаны, белый пиджак и шляпа с полями. А это группа из Хорватии в юбках и на каблуках. А израильская певица Ноа пела в коробке со светодиодами. Чем не оптическая иллюзия? Выпускник Тираспольского мус-колледжа Паша Парфени, который представлял Молдову, занял 18 место. К слову, Парфени уже выступал на Евровидении в 2012-м. Тогда тоже победила Лорин из Швеции.